Микрорайон Нахабино-Ясное возводится в Истринском районе, в 17 километрах от МКАД по Волоколамскому шоссе и в 23 по Новорижскому. Застройщик проекта ЛСР «Недвижимость Москва». На территории микрорайона планируется строительство 51 четырехэтажного дома, детского сада, школы, спортивных площадок, кафе, торговых объектов. Покупателям предлагаются 1, 2 и 3 комнатные квартиры площадью от 26 до 85 квадратных метров. Микрорайон реализуется согласно 214-му федеральному закону. Квартиру можно приобрести по ипотечному кредиту.